И всем привет! Вы на канале Давид Рыбаик 123. Сегодня мы поиграем в ГЭФ с Андреем и Мироном. У меня уже привет. Есть дробаш. Сколько у меня патронов? 16. И два лома. Один для Андрея. Андрей, иди, где маленькие дома. Окей. Чувак, ты даже не представляешь, что я нашел. Что? Лом и еду. Еще у меня дробаш есть. Слушай. А это как его там? Молоток. Кто забрал два фонаря? Нет. Хватит забирать подставь. Фонари. Нет. Подставь. О, ты подставь. Короче. Поставь на место фонари. Бунтарь. Ой. Он что, с фонариком хочет угнать? А где Андрей? Он что, вышел из звонка, что ли? Так. Блин, ну почему фонарики все забрали? Все? Солнце садится. Пацан вообще красава. Смотри, как застроил окно. О, молодец. Не, я так не смог, так качественно. ГЭФ вообще, кирдык ГЭФ. Это потому, что он, наверное, с компьютера играет, и ему легко строить. Я бы тоже такое построила с компьютера. Блин, у меня молотка нет, я тоже хочу строить. Давид, ты куда? Поиски приключений. Я с тобой, Давид. Ты тебя дробаешь? Так что, возможно, я с тобой выжил. Так, аккуратно. Гев, иди к нам. Надо его приманить к нам. Эй, ты мелкий. Эй, ты. Ты. А, Гев! Отстань, тупой. Все, я умер. Давид. Я тоже. Я дробаш свой потерял, в котором было 16 патронов. Так, у меня сразу вороночка, как обычно. У меня летучая мышь. Я порискую, выйду. Я смелый пацан. Так. Блин, темно, черт. На тебе, на. Вот так тебе и надо. О, воронка. Лом, точнее. И фонарь. Я фонарь нашел. Я в лесу блуждаю где-то. А у меня есть большой фонарик. Чего? Ну тебе повезло. Да. А я где-то в лесу. Ой, я ориентируюсь на маленькие дома. Я ориентируюсь на маленькие дома по чекпоинту. Они где-то должны быть там, вроде. Давид, а тут есть карта? Нет. Плохо. Это очень плохо. Придется ждать, пока солнце встанет. Опа. Отлично. Блин, как сюда забраться? Отстань, не смей меня грызть. Как ты туда забрался вообще? Какой-то такой высокий блок? Мне бы туда забраться. У меня все шансы на выживание. Ну раз здесь водонапорная башня. Или ее нет, не знаю. Так, надо тихонько зайти в дом. Так, вроде вижу дома и рассвет уже, кажется. Так, тут слишком... Yes! Я пришел в город. Так, я нашел соду. Я ее выпью. Я ее пил, но я не понял. О, она супер бег дает, бесконечный бег дает. Она бесконечный бег дает. Гэф, не трогай меня. Гэф. Сода бесконечный бег дает на время.
жизни. Иди сюда. Да, еды дай пожи. Если у тебя есть... О, мелкие дома, отлично. Это мне кстати... Уйди, уйди, уйди. Мне вот тебя по-хорошему убить. Вот, а, Давид, я, вот я как? Давид, я тебя там еще... Нет, у меня слишком мало жизни. Я видел твою... Надо в тайминги попадать. У него мало жизни. Я хочу здесь заспауниться в этом месте. Тут какая-то есть спауни, что ли? Ладно. Давид, я должен... Ну как бы тебя найти? Ты сейчас где? Я бегу. Сейчас. В этом доме есть эти? Да, уж тут Глент. Я не понимаю, как тут прожил Глент 7 дней. Неделю. Потому что у него был супер очень защищенный дом. Беда. Гараж. Беда. А, он гараж взял? Отлично. Здоровье побольше. Так, забираем это. Кстати, я что-то могу сделать тут? Блин. Дробаш! Я нашел снова дробаш! Слово? Да. У тебя какой-то ориентир на дробаши какой-то. Да, я уже я уже где-то третий раз нахожу в этой игре дробаш. Да, ёж моё. Ну, ты я еще до съемки находила дробаши. Ты меня убьёшь, сейчас не надо, ну блин. Всё, я в этом доме супер защищённом. У меня есть молот. Ты у маленьких домов? Да. Я тоже рядом. Так, еда есть, ура. Это нам пригодится. Так, тут мы закроем. Блин, я думала, это ты бежишь. Я дверь закрою. Черт. Ой, еда. У меня две еды. Конечно. Я закрываю проход в дом маленький. Чего? Я могу потом его открыть ломом. Я нашел рацию. А что она сделает? Я не знаю. СОС какой-то, рация. У тебя есть какие-нибудь кнопки СОС? Не знаю, я не понимаю, что это за рация. И что? Так, я застраиваюсь. Мирон, иди к маленьким домам. Я не знаю, где они. Так ориентируйся по чем-нибудь. Иди. Пожалуйста, Бог, сделай так, что в твоей стороне эти маленькие дома. Блин, ну вы издеваетесь? Почему эти ники у меня? Ник тут этот. Мне не нравится. Ну почему у меня всегда ники закрывают важные кнопки, которые помогают бегать? Ты не знаешь, как убрать, чтобы ник у тебя не было этого? Нет, так нельзя. Это в некоторых играх показывают, а в некоторых нет. Так, я уже застраиваюсь. Опа. Я уже наконец-то научился тут застраиваться. Черт, там га впереди. За деревьями. Ну что, ты будешь, Мирон? Я ищу тебя. Маленькие дома ищи. Я нашел. Ищи супер защищенный дом. У меня есть лом, рация и два батончика. Так, вот это нафиг нам не нужно. Давид, там ГФ. И? Я плохо защищаюсь. Надо в тайминги попадать. Солнце садится. Фух, Давид, я тебя нашел, кажется. Так, кто нам подключился? Андрей, это ты? Ёж, Давид, тут ГФ уже на улице. Ну, блин, меня сейчас убьют. Ну, блин, почему? Блин, меня ГФ. Все, убили. Надо в тайминги попадать, чтобы их всех убить. Андрей, если что, иди в маленькие дома, где маленькие дома. Когда увидишь когда увидишь супер защищенный дом, иди. Я, если что, нашел дробаш. Опять? Да, опять.
опять он нашел. Подожди, а можно купить как-то воскрешение за деньги? Не, можно за деньги, за 100 можно покраче прокачать себе бег. Мне почти хватает. Давид, гэфы атакуют, да, меня гэфы атакуют. Да блин, ну я опять гэфс атакуют. Два гэфа атакуют. Я пока не нужны доски снимаю. Да блин, ну я у маленьких домов. Они меня опять убили. Так я просто построил супер защищенную там. Что? Меня скрыли. Пацаны, прикиньте, я просто шел и бац позабыл. Возрождение за 30 робоксов, кстати. Ну, я знаю. Где я? Так, я пока вам проход открою. О, так тут можно пройти. Заходите. А, не-не-не-не, не надо, гэфы. Отстаньте от меня. Не-не-не-не, я не дам. Уйдите поже. Спасибо. На нижнем этаже никого нет. Ой, то там Г в углу застрял, ё-моё. Мне сейчас нужно застроиться. Они ломают нам все, я застраиваю. Я стену большую построю, они сломали, я сейчас заново. А что, ночью нельзя строить, а можно? Давид, я сейчас к тебе, к мелким домам иду. Алло. Гриша, алло. Выходи из звонка, мы видео снимаем. Или ты хочешь с нами вообще? Я не понимаю ход твоих мыслей. Давид, я в какой-то большой дом пришел. Иди в маленькие дома, Мирон. Идите в маленькие дома, или вы не хотите в видео попасть, как бы. Я хочу в видео попасть. Я ищу мелкие дома. Я, когда наступит утро, тут... Подожди, сейчас утро, скажите. Ночь. Скажите, когда будет утро. Я вам открою проход, вы зайдете. Типа ты нам только утром откроешь? Да, потому что ночью очень много гэфов, они там у нашего прохода стоят. Я вижу суперзащищенный дом, и там куча гэфов. Я пока не иду к нему. Вот суперзащищенный дом, это наш. Давид, я боюсь, у меня только молоток. Давид, у меня только молоток для защиты есть. Ну, я сейчас такую защиту построил вообще. Давид, а как мне зайти к тебе дом? Там куча гэфов. Когда наступит утро, они все улетят. Давид, я тебе открою проход. Давид, а ты на моем аккаунте играешь? А? Давид, я на твоем аккаунте, да, Дуч 16. Давид, а ты что, на твоем аккаунте играешь, да? А? По сути, да? Ну, я все время теперь буду на нем играть, потому что это мой единственный аккаунт, в котором игры не заблокированы. Давид. О, привет, Гриша. Давайте, короче, Гриша, иди к маленьким домам, ищи суперзащищенный дом. Утро настало? Такой нормальненький дом. Ой, я сейчас попытаюсь через крысу убить его. Да блин, помогите, меня убили. Так, а где вы? Давид, я буду ждать тебя у этих домов, только быстрее приди. Хорошо, мне нужно найти молоток, без молотка я ничто. Ой, я нашел сразу молоток сюда. А у меня тоже еда. Есть молоток, если что. Ребята, тут какие-то, знаете, шарики. Шарики за ролики? Я на всякий случай пока нам делаю что-нибудь. Вдруг ты не успеешь добежать, и уже будет ночь. Хорошо, у тебя есть молот? Да, у меня есть. Так, я пока бегу. Ой, я вижу маленькие дома. Я должен найти дробаш. Давид, вот я. Давид, там гэф. Вот это гэф. Да ё-моё, помогите. А ты где? Вот, помогите. У меня нет оружия. Да ты издеваешься, Мирон? У тебя нет оружия, как? Почему? Ты понимаешь, я сейчас молоток потерял. Молоток.
взял мой молоток. Где я умер, там появился мой молоток. Возьми его. Без молотка я не... Чувак, я тебя вижу, я тебя вижу. Меня? О, я вас видел, чувак. Я вас видел. Подождите. О, монет. Подождите. Это мое. Смотри. О, дай еды. Отличный домик. Нам. Спасибо. Стой, Давид. Чего? Вот еда, Давид. Вот я пришел к маленьким домикам. Вы в каком? Гриша, я защищу тебя. Давид! Короче, о, мои деньги. Вот тебе еда. $99 я. Мне нужно еще $1, чтобы прокачать. А где еда? Гриша, ты что, взял ее? Ты забрала девочку. Там девочка патроны забрала какие-то. Что-то важное. Типа она. Короче, я сейчас облутаю быстро второй этаж и иду в маленькие дома. Давид. О, еда. Давид, вот, держи еду. У меня уже есть. Давид, я... Да, Гриша, хватит забирать мою еду. Да, в смысле, я вообще ничего не взял. А, ой. Вот тебе и не надо. Все, пошли Давид. В маленький... Ну, быстрее давай еду. Вот, угу. Вот она, как работает. Спасибо. Так, я в таком доме. Сколько мы уже... 17 минут, блин. Быстро в маленькие дома. Я в маленьких. Я иду в маленькие. Мирон, у тебя есть молоток? У тебя сколько молот? Да, есть, но я давать не умею молотки. Опа. Блин, солнце садится. Быстрее. Пацаны. Туда не надо, Гриша. Бегите, если что, в такой мелкий дом, где есть этот, где свет есть такой хороший. Я иду в маленькие дома, я вижу маленькие дома. Чёрт, а я застраиваюсь плохо. Всё, мне кранты, меня грефу сейчас. Мирон, ты в каком доме? Суперзащищённом? Нет, где светит хорошо. Давид, подожди. Ой, я вижу суперзащищённый дом. Я иду в супер защищен. Отстаньте, тупые создания. Да блин. У тебя есть лом? Я иду в супер защищенный дом. Всем пока. Да блин, там деф, там г... Короче, ребята, я продолжу видео, когда мы уже... я буду в маленьких, домах, у меня будет много ресурсов. Мы продолжаем, вот уже у меня все есть, для вас прошла 1 секунда, а для меня целую бесконечность. Давай, Мирон, застраиваем. Опа. Давай, Мирон, застраиваем. Сюда. Чтоб не пробрались. Ты вышел? Из дома? Нет, я тут. Все, я вообще. Я пойду в какой-то этаж. Я дробаш и пистолет нашел. Ну, солнце садится. Гриша, если ты не найдешь убежище и маленькие дома мой, то ты не выживешь. Если, конечно, всех там перестреляешь. Так, давайте. Опа. Опа. Я буду заколачивать окна.
Мирон, быстро делаем, заколачиваем окна. Вот окно тут. Да ё-моё. У кого там телевизор, а? Мы не можем, у нас супер защищенный дом. А я нашел. Гэфа атакует. Ема! Щельку закрываем. Почему? Опа. Мирон, отойди, я не могу застроить щельку. Я тут застраиваю. Они ломают. Нет, не, почему именно на нас? Да блин, Мирон, застраивай. Я иду вот сюда. Мирон, сюда, это экстренный. Это экстренный. На. На. Эй, отойди. Мирон. Я не могу выбраться, алло. Меня съели. Я в больнице. У меня нет оружия, я встретил Гэфа. Да блин, я от Гэфа пытаюсь убежать. Я весь лут в больнице не забрал. Я в... Да блин, что они так пугают? Они достали. За жопу кусать. Могут только тебя поедать, и все, другого занятия не найдут. Короче, ребята, я думаю, на этом мы будем заканчивать. Спасибо всем за просмотр, кто досмотрел до этого момента. Всем удачи и всем пока-пока.